Гензель и Гретель. По мотивам сказки братьев Гримм. Жил в лесу дровосек со своей семьей. Жена была сварливой и некрасивой, а их сын Гензель и дочка Гретель очень хорошие. Дровосек был сильным и работящим, но в доме не всегда была даже и еда. Однажды ночью жена растолкала мужа и заявила: «Надоело кормить столько ртов. Завтра мы пойдем в лес и оставим там Гензеля и Гретель. Одна морока с ними». Дровосек очень любил своих детей. Горько стало ему от этих слов. Гензель не спал и все услышал. Он тихонько поднялся, на цыпочках вышел во двор, набрал полный карман белых камешков и вернулся в дом. Утром вся семья пошла в лес. «Оставайтесь здесь», — сказала детям мать. «Мы наберем хворосту и вернемся». Прошел час, два, а матери с отцом все не было. Хорошо, что Гензель бросал на дорогу по пути в лес камешки. Он взял маленькую сестренку за руку, и как только стемнело, вместе с ней пришел домой. Видя, что дети вернулись, злая женщина разозлилась пуще прежнего. Ночью, едва дети смежили веки, она сказала мужу: «Завтра отведем их еще дальше в лес. Оттуда уж они ни за что не смогут вернуться». Гензель опять все услышал. Однако на этот раз мать заперла дверь на ключ, и мальчик не смог собрать камешков. Утром все четверо снова отправились в лес. Шли долго-долго. Гензель и Гретель очень проголодались, но вместо того, чтобы есть хлеб, который им дали, Гензель отщипывал крошки и бросал их на землю. «Мы будем искать крошки и по ним придем к дому», — сказал он сестре. Они очень устали и заснули на куче листьев. А когда проснулись, отца с матерью рядом не было. Ушли. Дети захотели вернуться домой, но крошек не нашли. Птицы слетелись отовсюду и склевали их. «Теперь мы уже не найдем дорогу домой», — опечалилась маленькая Гретель и горько заплакала. Так сидели они, согревая друг друга до утра. Не весело было, одиноко, голодно. Вдруг в просвете между деревьями они увидели прелестный домик. Это был сказочный маленький домик, сложенный из пряников. Крыша была сделана из нежных бисквитов, а окна — из леденцов. Детям так хотелось есть, что они отломили кусочек крыши и с удовольствием съели бисквит. Внезапно перед ними появилась старуха, злая колдунья, которая больше всего на свете любила варево из маленьких детей. Увидев Гензеля и Гретель и желая привлечь их, она силой своего колдовства построила этот домик из пряников. Старуха притворилась доброй и предложила детям полакомиться вместе. После сытной еды
Дети быстро заснули. Гретель проснулась первой и увидела, что Гензель заперт в клетке. «Теперь ты будешь вести хозяйство, прибираться на кухне, готовить пищу», — сказала ей ужасная старуха. «А когда твой брат станет достаточно упитанным, я его съем». Но колдунья очень плохо видела. То и дело она требовала, чтобы Гензель просунул палец сквозь решетку, дабы узнать, насколько толще он стал. Мальчик хитрил и давал старухе пощупать кусочек дерева. «Тощий ты! Ох, тощий! Не годишься мне на обед!» — говорила колдунья. Прошел почти целый месяц. Злая колдунья потеряла терпение. Она приказала Гретель растопить печь и сварить братца. Колдунья наклонилась удостовериться, горяча ли печь. И Гретель не растерялась, толкнула ее туда и поскорей задвинула заслонку. Старуха покричала, покричала, да и приказала долго жить. Гретель тут же освободила Гензеля. В доме они обнаружили мешок, полный золота, бриллиантов, драгоценных камней и украшений. «Ну, теперь-то мы сможем вернуться домой!» — обрадовались дети. Гензель и Гретель встали пораньше и пошли себе по лесу. Внезапно они очутились на берегу озера. Все здесь было удивительным и чудесным. Кругом росли дивные цветы, а по глади прозрачной воды плавали большие белые лебеди. Детям надо было пересечь озеро, чтобы добраться до дома. Но они не могли плыть. Карманы их были битком набиты драгоценностями. «У меня есть идея!» — закричала Гретель. «Каждый из нас сядет на спину лебедю, и мы переправимся на противоположный берег!» Сказано, сделано. Увидев детей целыми и невредимыми, дровосек заплакал от счастья. К этому времени злая жена его умерла, и все трое пообещали друг другу не разлучаться никогда. Они жили долго и счастливо, и больше ни в чем никогда не нуждались.